if you really want, but you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. Persecution you must fear. Win and lose, you've got to get your share. Got your mind set on a dream. You can get it, no harm in missing now. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. Итак, всем шалом, привет, нихао, здравствуйте. И сегодня речь пойдет о таком вот топоре под названием Трупер. Трупер – это мексиканская фирма, вот, производящая, ну, я так понял, строительные какие-то принадлежности, инструменты. Вот. И выпустила она вот такой вот мичиганский топор, мичиганский ваучный топор. Интересно посмотреть его функционал, собственно, как и вам. Насколько он будет полезен в хозяйстве, вот, и действительно ли стоит он своих денег. То есть не развалится ли он при разделывании вот такого вот дерева. Пробовал им колоть полежки, колоть не получается. Если вы с первого, со второго раза не раскололи, а именно второй раз получилось прям так вот, знаете, когда первый раз не раскололась полежка и хочется со второго, прям вот всадили топор, все, он там вязнет, реально вязнет топор, в дубе особенно вязнет, поэтому получается полная жопа, доставать его очень проблематично. Клин именно приспособлен вот под валочную форму, то есть под рубку, исключительно под рубку, не под колку, а именно под рубку. Посмотрим, что можно ожидать от топора за 3000 рублей, там, ну не 3000 рублей, 2750. Рукоять здесь 90 сантиметров. Вполне есть где размахнуться. Оставляется не заточенным. Вообще просто вот даже не втыкается. Реально тупой. То есть надо точить. По поводу чехла. Естественно, нет чехла в комплекте. Там какая-то жуть просто была. Вообще там просто кусочек такой резинки был одет. Ну, собственно, как он был заточен, в принципе, ничего она не порезала. Пошил я себе вот такой вот чехол. Теперь выглядит достаточно, в принципе, прикольно. Вот, можно идти в лес. Но с приходом бензопилы в жизнь человека вот этот вот топор отходит на второй план. Объясню почему. Потому что вот когда гоняешь в лес, там бензопилой это реально проще делать, чем вот именно этот топор такой вот для души. То есть помахать, посмотреть. Вышел в лес, там, ух, все порубил, все прекрасно, жизнь наладилась. Если я бы не загонялся по топорам, пилы и фискарика вообще вполне достаточно для похода в лес или растопки бани. То есть сейчас посмотрим, как он рубит, как что он делает, как колет. Сами все увидите, сами все поймете. Вообще топор это друг семьи. Посмотрим сейчас, не разлетится ли наш мичиганский топор Трупер. Поехали. Что-то надо помощнее, поинтереснее. Грызается-то хорошо, но это очень долго.
вполне себе достойный вариант, потому что то есть нормальные топоры сколько? От десятки. То есть 10 рублей нормальный топор. Вот. 10 рублей это в принципе бензопила. В современном вот мире особо никто вот такими вещами не занимается. Поэтому за 2700, блин, ну блин, прям реально класс. Для топора за 2700 вполне себе отличный вариант. Но я бы не рекомендовал, конечно, заниматься такой вот фигней. Лучше, конечно, взять пилку, напилить это все фискариком, тук-тук-тук-тук-тук, поколоть, все, дрова есть. Но если все-таки, конечно, у вас проснулось дикое желание берсерка и какого-то строителя, вот, в принципе, да, эти деньги. Все работы выполняются вот исключительно. Прорубили одну сторону, ушли за другую. Все. Взмахнули и вложились. Взмахнули и вложились. То есть для перерубания вот таких вот небольших деревьев, а это дуб, в принципе, этого топора более чем достаточно. Вот. Но, конечно же, если у вас большое количество дров надо заготовить, то, конечно же, здесь бензопила прям реально выручит. А вот такие небольшие деревья прям более чем. Вот, в принципе, и все. Вот, глядите, рукоять. Я держу большое дерево на рукояти. Видите, не ломается. То есть рукоять вполне очень надежная. Даже, в принципе, можно оттащить. Мы сейчас рассматриваем ситуацию именно. Нет бензопилы, увидели вот такое дерево и заготовка себе дров. Положили, пем, вогнали. Даже в принципе вдоль можно разобрать дерево этим топором. Главное — точность ударов. Ну а теперь наши любимые колышки. То есть справиться с этим. Топором не очень удобно делать такие манипуляции, потому что ручка длинная, но посмотрим.
Выводы по данному топору. За свои деньги вполне неплох. Если вы никогда не имели опыта знакомства с данными топорами, то есть именно с длинной рукоятью, и как специфика у него как валочный топор, то вполне можно, в принципе, прикупить, познакомиться, посмотреть. Если использовать без фанатизма, там обрубание сучьев каких-то, разделка небольших деревьев на дрова, валка небольших деревьев на дрова, то в принципе за свои деньги этот топор отрабатывает на все 100%. Первое дерево, я которое сейчас разделывал, он в принципе справился очень хорошо. Потом он столкнулся с дубом. На дубе прям, ну, серьезные такие уже моменты, то есть уже проблески возникли какие-то, даже вот здесь замины, то есть немножко уголочек прям вот реально замялся. Я не говорю, что этот топор плохой, ни в коем случае, мне топор реально понравился. Вот для меня нет таких проблем, вот как там что-то какие-то проблески появились, я приду сейчас домой, подправлю его немножко, и он опять будет бритвенной заточкой. Всажен он нормально, то есть голова никуда не ушла при таком вот хард-юзе топора. Если вы идете в пеший поход, безусловно, пилу с собой не вариант таскать. Вот. В принципе, среднестатистический топор порядка 65 сантиметров. Этот топор 90 сантиметров рукоять. Незначительно вот это расстояние, но при этом у вас добавляется возможность создать максимальную инерцию, вложиться в удар, то есть размахнуться, и, ну, реально он рубит намного лучше, чем Фискарс. Ну, я что-то не видел прям такие, знаете, прям сверхъестественные костры ритуальные, чтобы прям все валили топорами и потом там возводили ввысь это все. Это же не какой-то там день солнцестояния. Вот. Допустим, никто не будет рубить вот такое вот дерево вот таким вот топором, чтобы добыть себе дров. Вы пошли в лес прогуляться, там, ну, не знаю, там 20-30 километров, там 15-10, кто как гуляет. Взяли с собой топор вот такой и водички в рюкзак. Все. Накололи небольших дров. Там где-то дрова вообще не проблема найти в лесу сухие. Там полежки какие-то тоже разрубили. Приколюха в том, что вы работаете реально инструментом, у которого деревянная рукоять. Фискарс. Топоры, они прикольные, они реально рабочие, они прям вот, ими прям придешь в лес, и вот как будто, ну, ты вот реально оказался в стихии, где они прям, им самое место. Но они не доставляют такого кайфа вот именно от работы с топором с деревянной рукоятью. Топор с деревянной рукоятью, это прям вот, ну, дает такое, знаете, какое-то... Ну, лично мне реально очень приятно держать его в руке, делать какие-то взмахи, то есть работать им. Фискарс — совершенно другие впечатления. Я и купил себе топор Фискарс Нарден 12, потому что у него часть идет деревянная. И реально получаю те же удовольствия от работы им и вот этим топором с деревянной рукоятью. Смотрите, то есть класс вообще, реально. Сделать, если какие-то узоры декоративные, еще что-то, он прям, ну, то есть реально прослужит очень долго. Опять же, все топоры надо смотреть по своим внешним характеристикам, по своим данным. Рост, там, допустим, физические способности человека. Если это небольшой рост человека, то, безусловно, возможно, им будет не очень комфортно работать данным топором. Но мне вот с моим ростом реально очень удобно, очень удобно. Вот, 90 сантиметров для меня рукоять — самое то, что надо. Маленькие топоры мне неудобно, потому что получается, я делаю взмах, а он вот где-то вот здесь. То есть я не могу нормально размахнуться и всадить его в дерево. Небольшие замины, но опять же, небольшие замины и просветы. Скорее всего, там где-то были сучки. Вот, я не досмотрел, потому что дуб, он сам по себе плотный материал. Рубить его такое себе сомнительное удовольствие. Вот, но он хорошо горит. Лучше всего, конечно, из дров в лесу найти дуб. Тогда вы сможете разжечь себе хороший, классный костер. Вот. Есть еще у них топор такой, знаете, в виде секиры. Вот, с двумя лезвиями. Он тоже позиционируется как лавочный, но я его не стал себе брать, потому что
потому что мне понравился вот этот. Вот этот прям вообще классный. То есть в процессе, конечно, есть какие-то думки приобрести тот топор. Вот. Но как бы это в процессе. 2750, ребята, 2750. Посмотрите, одна, блин, рукоять, я не знаю, рубля 2 выйдет. Вот, плюс еще голова. Ну, подмялась тут немножко. Вот, смотрите, все повреждения, которые получил топор. Вот здесь вот замялось. Прям так замялось хорошо. И вот так вот выглядит режущая кромка. Я ни в коем случае не нахваливаю этот топор, прям что он вообще идеальный. Но с учетом цены, не знаю, ну, что вы можете купить за эти деньги? Можете купить на Авито старый дедовский топор какой-нибудь. Вот, либо топоры СССР можете купить, которые звенят. Но если у вас нет возможности переделать этот топор под себя, который там 45-го года, 60-го года, 80-го года, если вы никогда не сталкивались с этим, то есть нет возможности сделать рукоять, нет возможности сделать расклиновку, нет возможности вообще произвести с ним какие-то манипуляции, тогда вот классный, достойный вариант. Опять же, ознакомиться, что такое валочник, смотреть на это, быть может, у вас какие-то интересы возникнут, и вообще потом, то есть, будет интересно приобрести более качественный продукт. 40-х, 60-х, 80-х годов топоры, безусловно, хороши, они звенят, рубят кости, гвозди, да все что угодно делают, но при этом, если у нас нет возможности его переделать под себя, это ненужная, по сути, вещь, потому что в рюкзаке он занимает дохренище места, его неудобно транспортировать на себе. Это прям вот реально такая декоративка получается, выглядит вполне себе классно и справляется с теми же функциями. Да, он не будет колоть большие поленья, но это вам не нужно в походе. Маленькие небольшую щепу и маленькие небольшие бревна, вы сами видели, он раскалывает вполне себе сносно. Дома пришли, переточили, отнесли в мастерскую, вам там переточили. Все, рабочий вариант. Что еще нужно? Рукоять не сломалась, расклиновка цела. Маленькие замины присутствуют. Маленькие замины, блин, проблески. На любом топоре, который там сейчас позиционируется, даже у меня вот есть ролик от Кашулина. От Кашулина вообще топор развалился. Да, это было там 4-5 лет назад, когда я вообще еще особо с топорами-то вообще не дружил. Я вообще ничего не знал о топорах. Но они такие производители, продают топоры, и они существуют. Понимаете? У меня топор за 5000, который он там якобы сделал в кавычках, одев голову на какую-то маленькую рукоять, и все это там, ну это настолько все мерзко было, настолько все отвратительно, это как вот плевок в лицо своему покупателю. И люди многие вообще не знают, что такое топоры, реально. Они с ними никогда не работали, они не знают. Такие производители, они есть, реально, есть. И фискарики, вот если прям вам реально нужен лесной топор, пошли в лес, купите фискарик и не парьтесь, вообще не парьтесь. Если у вас нету какого-то позыва там ознакомиться и понять, что такое топоры, купите фискарс. Все, и забудьте на 5, 6, 7, 8 лет, что такое вообще топоры. Колет, рубит, единственное, валка им будет проблематично дерево что-то отрубить. Все, фискарики вообще отличные. Не хотите фискарик с пластиковой рукоятью, нет доверия, прям вот, ну нет доверия. Хотя они просто зарекомендовали себя вообще вот от и до. Купите хускварну. Хускварны, три варианта есть небольших топоров. Малый позиционируется как там типа плотницкий, но плотницкий он на самом деле не плотницкий, там не знаю, я когда ознакомился, он прям вот карандаши точить реально, либо с собой носить. Вот чуть-чуть побольше есть, там в районе 3700 он стоит, отличный вариант. Мало его, возьмите другой топор, там есть походный топор 4500, даже сейчас он стоит 4500 с курсом доллара.
еще что-то вам прям интересно, Плотницкий найдите. Плотницкий вполне себе отличный вариант. Все. Захотели что-то большего попробовать, что такое реально топоры, купите вот такой вот мичиганский трупер. Я им поработал какое-то вот сейчас время. Для меня реально он прям вот то, что нужно. Для небольших походов, если вы не берете с собой пилу, блин, да возьмите на крайняк складную пилу, реально. Взяли складную пилу, распилили небольшое дерево, и все, доработали топором. Проблем нет никаких. Не надо бензопилу с собой таскать. Все, ребятки, подписываемся на канал, ставим пальчики вверх. До свидания! Right, get this money right, you know all that. You know what I'm saying? You know how it goes. It's another day in the hood. Yo. Yo. Yo, one at night, New York City. Heard it going down. Friday night, midnight, Atlantic City. Slash machines, ding, 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 ding. When they ring off, lock the doors. That's when ghosts just cheetos. Cigars, paisley robes. Four bitches guarded me safely as we walked to the window. The cashier was scared, she asked for my info. The manager arrived with two guys, that's an insult. That's the cold, Mr. Coles. We talking about $5 million here. This ain't Play-Doh, though. And your horoscope red, you going slay those. We got Scribbles, Anthony Acid, rocking the show. Special guest star, Mark Bronson. First 500 just went crazy when he let they aunts in. And all he did was plug me in. I got the charging, got they bras and ran through they whole department.